когда ты имеешь место, где ты создал свою судьбу, это всегда хорошо. Само название ветки, оно растительное, земное, ветка. Когда-то дед мой рассказывал, пустили икону, к ней привязали ветку, чтобы издали было видно. И где икона остановилась, там ветку основали. Федор Григорьевич Кляров, основатель нашего музея, когда-то уже во второй половине своей жизни заинтересовался, а что же у нас вообще такое за богатство, чему мы наследники. И однажды он шел мимо курганов. И на кургане сидели двое молодых людей и пили пиво. И Шкляров спросил, а вы знаете, на чем вы сидите? Давайте посмотрим, а на чем же мы сидим. О матери ветки, ее культуре и традициях из уст преданной дочери заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Галины Нечаевой 26 мая в 19:10 на телеканале «Беларусь-4».